Ариф Гебиев родился 6 июня 1997 года в селе Санджаради Астаринского района. В 2002 году он поступил в среднюю школу в селе Санджаради, а в 2012-2016 годах получил среднее образование на спортивном факультете Старинского педагогического колледжа. Он в школьные годы занимался легкой атлетикой, входил в тройку лидеров на региональных и национальных соревнованиях. Кроме того, у него более 50 дипломов по легкой атлетике, 30 из которых чемпионские. Участвовал также в Европейских играх в 2015 году. Он также принял участие в эстафете факела и в Древней Астаре, расположенной на историческом Шелковом пути. Он был призван в ряды вооруженных сил Азербайджана в июле 2016 года, хотя его первым местом службы были внутренние войска МВД в Баку. Позже он продолжил службу в подразделении спецназа в Нахчеванской автономной республике. За время службы в армии он дважды удостоился грамот. Он закончил в 2018 году службу. В октябре 2018 года его призвали в военный курс. В январе 2019 года он начал службу танкистом в воинской части, расположенной в Ахджабядинском районе. И в августе 2019 года он был направлен в воинскую часть в Физулинском районе, где и продолжал там службу до своего поста шахидства. Ариф Гебиев, военнослужащий вооруженных сил Азербайджана, танкист, участвовал в боях за Физули во время Второй Карабахской войны, который начался 27 сентября 2020 года за счет освобождения от оккупации азербайджанских земель от Армении. 27 сентября 2020 года в физулинских боях друг Арифа Гейбева, танкист Мирахиль Теймуру, подорвался на мине. Ариф вылез из своего танка, чтобы спасти друга, был застрелен армянским снайпером. Он был похоронен в селе Архиван в Астаре. Распоряжение президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева 15 декабря 2020 года он был награжден орденом за родину и за освобождение города Физули. Да упокоит его душу Аллах.